Yuma Vega 8001. Чтобы сделать на нее сброс настроек, нужно зажать две клавиши. Чаще всего это плюсы питания, реже минусы питания. В первой комбинации попробуем минусы питания. Две клавиши зажимаем, ну так, минус и питание. Экран загорится, питание бросить, а минус продолжить держать. Экран загорелся, питание бросили, а минус продолжаем держать. Загорится вот такое меню. Здесь всего одно слово по-английски – EMMC. Это как бы не рекавери, это тестовое меню для МТК. Но у меня выбора нету. В рекавери я попасть по плюсу не смог. Обычно плюсы питания от рекавери я не смог. Поэтому выбираем единственное слово с английским словом EMMC, единственную строчку. И он начнет делать сброс, после этого перезагрузится. А последнее в этом меню – это перезагрузка либо выключение. Там зависит от прошивки. Я точно не помню, какая из них. Также точно не выбирайте, иногда кнопка громкости вверх, иногда кнопка питания. К этому планшету это отношение не имеет, но чтобы вы знали, на андроиде 5.1 и выше перед любыми сбросами, перед любыми прошивками необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем углу кнопка с тремя точками удалить аккаунт. Если этого не сделать, то сработает ФРП блокировка Google, он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть полис ФРП Google, возможно, там найдете для себя решение, но лучше как бы с этим не связываться. На этом, в принципе, все. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.